Приветствую всех на моем канале. Сегодня 21 июля. Я запыхалась, лезла в гору. Я нахожусь вот в таком месте. Вот. Отсюда открывается прекрасный вид. Двигаемся мы сегодня в этнографический парк реки Чусовой. Такой вот у нас маршрут. Надеюсь, что мы доедем. Всем привет еще раз. Мы приехали в этнопарк реки Чусовой. Сейчас мы входим на территорию. Здесь вот такая речка. Так, мы находимся в этнопарке реки Чусовой. Это несколько километров от Чусового. И здесь уже горы, самые настоящие уральские горы. Урал-батюшка. Такие вот церкви здесь. Для антуража, то есть для красоты, значит, колодец системы журавля. Воды в нем 20 сантиметров, но можно писать монетки. На исполнение желаний, на удачу. Можно я пропозу пипи-пипи-пипи, ледокол Арктика? Итак, мы находимся во внутреннем дворе. Это вроде бы открытое пространство, а вроде бы сарай. Что-то посередине. Здесь, где у нас все необходимо для ведения хозяйства, то, что нельзя хранить в избе. Так у нас зимняя часть нами, конструкция, то многие экспонаты оттуда переехали сюда. Но ваше внимание я хотела бы обратить вот на эти сани развальни, модель Кошовка. Первым заходит экскурсовод во все музеи, а выходит последним. А еще, это изба настоящая, берегите лбы и перешагивайте через все пороги. Где номер? Это сень настоящего старинного дома. Здесь пахнет старинным домом, прялки разные. Здесь корзинки. А это, наверное, лампы. Здесь вот такая штука. В этом музее можно все трогать, везде заходить, сидеть и, в общем, почувствовать себя человеком того времени. То ли лыжи не едут. Здесь шифоньер. А вы потом уйдете, закроете тут все? Да. У нас музей вход только с экскурсоводом. А если вот приезжаешь так просто ходить, это все закрыто, да? Все закрыто, да. То есть на улице гулять сколько угодно можно, хоть круглосуточно. Музей вход только с экскурсоводом. И жаль, по предварительной записи. Больнику купаю. Это туалет, это шкура бобра. Тут кровать.
Шкура трехлетнего медведя. Изба зажиточного крестьянина. А то просто нам после балагана это проверить, что уже идти куда-либо потом бесполезно. Да, это не преновые. А, не знаю, здесь печка Архиповка, она маленькая. Не, вообще, вон там человечек. Это пушка настоящая, старинная, атамана Ермака. Ермак Тимофеевич. А вот не смущает, что вы же Ермак да Ермак. Может, у вас есть знакомый с именем Ермак? Проще Ермак, есть несколько версий, я хочу рассказать одну из них. Ермак был атаманом, то есть самым главным содержащим коней, и следовал общиком, то есть всем тем, что награбили. И чтобы эта награбленная не валялась по земле, его складывали в большой котел, который как раз-таки назывался Ермак. И носитель плеч каждому из этого Ермака раздавал по почте. Кому золотую монету, кому серебряную монету, кому только бублика. Я ничего полезного не делал, надеюсь. И разбойники друг друга спрашивали, а где Василий Тимофеевич, да там у Ермака. А где золото, да там у Ермака. Я думаю, так ему это прозвище могло прикрепиться. Но есть даже такая версия, что он якобы мог быть поваром. И было этого Ермака, но какой атаман был поваром? В это уж верится намного. А потом наносился удар. Больше после удара кистям было почти невозможно. Удар был по спине, хребет ломался. Если по голове, то была травма несовместимая с жизнью. Чем зависит этого кистеня? Смотрите, один даже классический кистень без древка. Вот. Цепь и груз. Так вот делаем. Есть ли у меня оружие? Вот. Тоже немаловажно. Наши воины оружие никогда не использовали, а использовали оружие, которое закреплено на стенах под потолком. Копья, топоры и бердыши. Берешь топор с красивым изогнутым лезвием. Разумеется, подлинники оружия, тем больше 16 лет, находятся в основном в Жирной Платье в Москве. Нашему скромному музею, затерявшемуся на Уральских горах, тоже повезло. У нас имеется пушечное ядро, найденное на территории через 7 городков. Там вот такая крутая-крутая гора, и с нее катаются горнолыжники. Это все здания настоящие, просто перевезены с других мест сюда. Вот это церковь. Это настоящая Катюша боевая.
Это пушка. Это такая церковь какая-то. Еще и с могилами. Или просто с памятниками. Этот музей задумал один человек. И вот он так его увидел, так он его воплотил. Все это идея одного человека была. А это Виктор Астафьев, который был связан с этими краями и был знаком с основателем этого музея. Здесь вот такой вот домик. Там где-то еще мельница должна быть. Ого! Настоящие живые плавают. Настоящий водоем. И настоящие эти гуси это или кто, не знаю. Гуси, да, наверное. Пароход. А это царь рыба Виктора Астафьева. Если читали, то знаете. Если не читали, то прочитайте. А по царь рыбе есть фильм. Ой, смотрите, головастики. Настоящие головастики. Га-га-га. Ой, здесь головастик. Можно зайти на борт этого корабля. Можно забраться на борт этого корабля. Ух, тут сколько живности-то. Сколько тут головастиков. На камнях миллионы. Ой, а кто это? Гуси это? Гуси? Гуси. Ух ты! Как они позируют! А это настоящая церковь. Старинная, но действующая. Мы так с краешку посмотрим. В общем, прекрасное местечко для семейного отдыха, но только если вы отдельно едете. Если какая-то группа, здесь невозможно.
Вот. Хотя, если вы будете отдельно, вам не откроют домики, если вы не купите экскурсию. Или в Испании, а да? Знаете, почему мы нашли золото Ермака? Почему? Не там искали, да? А его, может, его нету. В июне мы с ребятами с Огонька искали квартиру Ермака в этом парке. Видите, пакеты с конфетами. Вы сбегали. А часы установлены? Вот это наверху Аринина гора, и под Арининой горой течет река Архиповка, и здесь вот и расположен музей. Музей под открытым небом.